Выбрать лучшую работу конкурса детства в Магаданской области предлагают колымчанам. В этом состязании ребята возрастом от 10 до 18 лет представили свои видеоролики о жизни в нашем регионе. Всего участвуют 49 работ. Цель конкурса – показать важность детства и его особую социальную роль. Организатор мероприятия – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора Магаданской области. Проголосовать за лучшую работу можно до 2 ноября на сайте правительства Колымы. Победителей наградят дипломами и ценными подарками в торжественной обстановке.